Всем приветики, с вами Дейдара 2, а не один, и мы идем на 10 этаж к боссу. Вот такая вот мне сегодня повезло выпала татуировка, как вы видите, она у меня... Да, еще у меня есть экспресс-пас на один день. Очень классная, кстати, вещь, можно подниматься на лифте на вот этом золотом и без денег. Это очень помогает сэкономить деньги. И еще... Плюс к этому, смотрите, они увеличивают тебе запас рюкзака. Это очень круто, если честно. Теперь понятно, почему там многие захотят даже покупать лифт, к примеру, потому что 30 вещей в рюкзаке очень нужная вещь, честно. Очень удобно, можно всего понабирать и... Вот, но также они выпадают случайно в ревард-боксе. Так что я надеюсь... У меня есть еще один день, но я пока использовал вот это, ну, просто интересно было и на лифт посмотреть, и на вот эту стюардессу. Сейчас будет 10 этап, самый сложный. Я готовился, у меня вот эта татушка восстанавливает на 20% быстрее в жизни. Плюс, как вы видите, много сильных вещей. Йога, правда, не поможет. Взрывная кидать, засыпательная, вот. Без понятия, куда здесь идти. Будут тут враги, не будут тут враги. Тоже интересно. О, смотрите-ка, это же Uncle Death. I can't believe you made it this far, senpai. Ого, что я еще туда шел? Это твой первый огромный вызов. Так, понятно. Тут он мне предлагает нажать, и наверняка начнется, я думаю, экшен. Тут у нас спуск вниз. Давайте быстро осмотримся, чтобы потом не жалеть, да? Ага, фиг тебе там. Карты нет. Тут, наверное, тоже спуск вниз. Да. Ну что, готовы мы к боссу, ребят? Естественно, я думаю, да. Мы осмотрели, ничего здесь больше нет, кроме как двух спусков вниз. То есть один из них ведет в новую комнату, но мы не будем идти в новую комнату. Начнем битву с великим и тяжелым боссом. Судя по всему, третий босс. Давайте-ка посмотрим. Сейчас нас ждет жуткий и в то же время чудесный ролик. Да, я планирую закончить битву с боссом и сразу как-нибудь сохраниться, ну, выйти. Слушай, мне пора выйти. У меня новый посетитель. Я хороший патрон. Кстати, есть история, но я не полностью ее собрал. У него пятистраничный комикс, я, по-моему, 3 страницы из 5 собрал. Этот странный чувак, он в детстве присоединил руки, прифигачил в голове, ставил в себя кучу гвоздей. Короче, не очень умный чувак. Ой-ой-ой, судя по всему, нас ждет еще карабканье по поезду. Это не очень приятно. Воу-воу-воу! Не заметил, не думал, что тут будут враги. Надо, наверное, погромче чуть-чуть сделать музыку будет, потому что причем не музыку, а голоса, потому что очень не слышно. Секундочку. Я заходим сюда и эффекты и войс мы чуть-чуть поднимем, чтобы было слышно. Надеюсь, они сильно меня не заглушают. Так, здесь обычную руку возьмем, наверное. Угу. Суть по всему будет не так-то просто. А там еще и стреляют, смотрите-ка. МК-2 уже, даже не МК-1. Туда я боюсь подходить, потому что меня могут застрелять.
Также я боюсь упасть с поезда, так что я пытаюсь, видите, очень аккуратно двигаться. Опа! Отлично. Давайте-ка идти по низу и, наверное, съедим вот эту жабу. Ой, я не бросил, извиняюсь, съедим. Потому что у меня восстановление улучшено. Самое то сейчас. Восстановление у нас только, как вы помните. Ага, я знал, что он сагрится. Давай-давай. Отлично. Вот эта штука мне не очень нужна, которую я сейчас пытаюсь ее замочить, поэтому я пытаюсь ее сломать об него. Объясняю, чтобы потом взять нечто получше. Вот так вот прям через него пробьем. Пофигу, у меня улучшенное восстановление, так что должно восстанавливаться побольше. Съедим его гриб. И пойдем дальше. Что нас ждет там? Давайте утюжок возьмем. Угу. Что-то стреляет там. То есть поаккуратнее, наверное, не высовывайтесь особо сильно. Ай-яй-яй. Это плохо, конечно. Ну, давай. Это было не легче, чем я думал. Я не хочу брать его, эти штуки. Угу. Блин, я думал, я смогу запрыгнуть. Надеюсь... У меня с жизни сняли, что случилось? Господи, что ж, с жизни сняли, что ж, да? Ну, слава богу, я не умер, хотя бы это хорошо. Так, продолжаем наш путь. Блин, я уже испугался, я думал, у меня одну... Нет, не сняли ничего, все нормально, ребят. То есть, бояться за падение... Можно пока не бояться за падение. Надо с прыжка, надо прыгнуть в последний момент и перепрыгнуть на тот поезд. Слушайте, это будет непросто. Честно скажу. Блин, это клёвый левел, честно. Я надеюсь все-таки, что он не забросит в этот дайв, этот рабочий у нас, и выпустит еще там этажей, потому что это будет реально круто. И вот интересно, этот босс респаунится или нет? Что-то подсказывает мне, конечно, что он нифига не респаунится. Блин, это же королевская жаба. Ой, я не хотел ее есть, наоборот. Опа! Отлично, запрыгнули. Угу. Здесь, судя по всему, нас ожидает прыгание в одну сторону и в другую. Оп. Еще. О. Пила. Так, маленькая пила и здоровая пила. В принципе, прошли. Прошли, это уже хорошо. Посмотрим, что сверху. Сверху у нас ничего, в принципе, путного. Так, идем дальше. Аккуратней следим за шагами. Ну это понятно, в принципе, тут. Ой-ой-ой. Враги еще. Ой, извините. Ого-го. Это очень-очень нелегко. Так, используйте
как можно больше разных ухищрений, чтобы не почтовать, да. Блин. Слушайте, это просто жесть. Сложность заключается еще в том, что нужно держаться на поезде и перепрыгивать с вагона на вагон. Это очень тяжело, честно. Так. Блин, походу не хватит мне лечилок. Очень мало у меня лечилок осталось. Мне это, конечно, не нравится. Потому что я думал, что мне хватит это надолго, а их что-то... Нифига не хватает, я тут вижу. Так, раз, два, три. Хорошо. Отлично. В принципе, не очень сложно, если не особо... Не особо спешу. Опа. Ага. Сумели. Смогли. И дальше. Судя по всему, нам не придется больше перепрыгивать. Раз, два, три. Давайте убьем этого. Блин, эта штука может принести серьезные проблемы, я смотрю. А, да, XXX. Нет. Естественно, она меня убила. Потому что я был неаккуратен. Две воскрешалки осталось. Это очень фигово. Хотел их на босса использовать. Я не думал, что будет такой левел. Мы теперь будем верить в то, что босс оказывается не настолько сильным. Ну или же, когда будем страдать, так сказать. Избираться по новой. Через скилл машрум. Без понятия, что это было. В том числе мы берем блупринт, что очень хорошо. Также нам может потребоваться вот этот гриб, который увеличивает, кстати, защиту. Вот новое письмо, я думаю, нам объяснят, что делает этот гриб. Давайте-ка не заходим, быстренько прочитаем его. Pick you up, just don't eat it. Trust me, you can exchange for the skill decay from the mushroom magistrate. Вот. Не ешь его. Ну я же красава, я уже один захавал. Естественно. Так. Ломай нафиг всех. Плюс один. Плюс два. Так, что у нас? Только не туда. Отлично. И как сказать, отлично, конечно, не супер, но лучше, чем ничего, золотой краб. Отлично, все жизни остановил. Вот это вообще шикарно в данной ситуации. Тут у нас хавчик, это тоже хорошо. Так, съедим-ка, наверное, вот этот гриб, чтобы, во-первых, побольше места. Что-то мы опять сосасори. Возьмем его. Пока не едим. Все берем. А, стоп, можно, по-моему, его... Оп! По-моему, его можно поймать, если я не ошибаюсь. Или нельзя? Взять нельзя.
дурацкий.